Есть такое замечательное определение счастья. Это когда тебе хочется утром идти на работу, а вечером хочется возвращаться домой. А про то, почему хочется возвращаться домой, ну вообще про любовь написано тысячи книг замечательных. А про работу не так много. Не так много книг воспевают работу, воспевают то, почему человеку хочется утром идти на работу. А человек треть отпущенного срока почти, да, ну, неважно. Человек полжизни проводит на работе, так или иначе. Многие туда ходят по звонку. У меня работа начинается утром, когда я одновременно включаю два электрических прибора, чайник и компьютер. Хочется вставать, хочется включать этот компьютер. Будет интересно, мне самому прежде всего. Будет интересно. Замечательная идея написать книгу о том, о людях, которым интересно ходить на работу, о том, как, почему это счастье. Замечательно, замечательно, когда заработок денег превращается, когда призвание превращает заработок денег в радость. Кто-то сказал, найдите себе дело по душе, и вы не будете работать ни одного дня своей жизни. Вот об этих счастливых людях, которые нашли такое дело, вот будет эта замечательная книга. И она действительно о том, как не промахнуться. Вот важно не промахнуться с женщиной, да, но тут все-таки есть какое-то количество попыток. С работой сложнее. Хотя должен сказать, что, например, я перепробовал довольно многое. Это все лежало в области какой-то такой гуманитарно-театрально-литературной, но вплоть до цирковой режиссуры. Пробовал заниматься очень-очень многим, пока не нащупал тот маленький кусочек жизни, который мой. Где действительно ту гостиницу, в которой, по словам героя Мимино, я директор, то, чем мне интересно заниматься. А если это интересно тебе, если доставляет это радость тебе, может быть, это доставит радость и кому-то еще, если ты не ошибся с выбором этого места. О чем моя книга? Она о том, как важно получать удовольствие от работы, как важно испытывать от работы кайф, как важно испытывать от работы восторг, потому что на работе мы проводим суммарно за свою жизнь почти 10 лет. 10 лет – это очень много. Вот такая замечательная книга скоро появится благодаря сайту Planeta.ru. И это действительно такая зона, в которую мы очень редко заглядываем. Это такая интуитивная. Мне самому будет очень интересно почитать о том, как люди находят себя или не находят. Это очень важно на самом деле. Это очень важно не промахнуться. Это важно не только для менеджеров по персоналу, это важно не только для бизнеса. Это важно еще и прежде всего, и главным образом, для самих людей.